а не в процессе. Да. В творческом. «Доктора детям» – такое название благотворительная акция носит неспроста. Сказки для ребят написали сами врачи. Красочные издания дарят воспитанникам детских садов и юным пациентам стационара. Мой тоже когда-то коллега Юрий Анатольевич Суханос, возглавляющий ассоциацию врачей, сочинил эти стихотворения, нашел замечательного художника, который оформил книги, и вот он таким образом пытается охватить учреждение. Проект стартовал в 2021 году. Сотни ребят от Санкт-Петербурга до Чукотки получили книги о самом важном – добре, дружбе и любви. Городской округ Пушкинский присоединился к акции этой весной. Спасибо большое за такую предоставленную возможность. Нужно как можно больше доброго, хорошего нести нашим детям, чтобы они ответят нам таким же образом. В рамках встречи в детском саду осмотрели и группу учреждения. Некоторые воспитанники «Солнышко» – дети с физическими и интеллектуальными особенностями здоровья. Здесь они занимаются по специальным программам. Предоставление вот таких равных и доступных возможностей для самореализации детей – это, в общем-то, наш национальный приоритет. И мы все прикладываем к этому усилия, и органы государственной власти, и педагоги вот, учреждений, в котором мы сегодня побывали. Ребята приняли подарки гостей с благодарностью, подготовив для них небольшой концерт. Дети показали несколько танцев в национальных стилях разных стран. Подарки вручили уже в нескольких учреждениях Пушкина, в том числе и в областной больнице имени профессора Розанова. На этом акция в городском округе не заканчивается, книг еще много. Виктория Елетина, Людмила Ермакова, Фарид Галиев, Анна Белова. Новости Большого округа.